Всем привет. У нас уже 12 часов, может даже пол первого. У меня уже прошло 2 латышских. И все. Сейчас я сижу, жду сервера, который у меня будет 12:40. Уже позавтракать, я сходил погулял с Собакиным, думал начать влог на улице, но на улице люто холодно. А, уже не люто, когда я выходил, было минус 18, сейчас уже на улице минус 8. Кома 3. 8,2, и все теплее и теплее становится на улице. И, видимо, скоро на улице будет совсем тепло. И можно будет идти гулять нормально и не мерзнуть. И просто гулять и бояться того, что у тебя потом просто треснет твое лицо. Вот. Так, да, я сказал, что уже сервера жду, так что сейчас буду их ждать, и сервера уже начнутся через 5 минут. Вот и закончились сервера на сегодня, или 7 минут урок шел. Зачем мы нужны, не знаю. Ну ладно, сегодня нужно сделать будет латышский. Немножко попозже, кстати, не знаю, заметили вы или нет, но у меня, короче, оторвался на вот эту вот штуку. Вот эта вот серая штука, ее... Да где она? Вот это вот. Теперь ее тут нет. Может быть, вы и не заметили. И из-за вас, из-за меня, точнее, вы теперь будете это постоянно замечать. Ну да ладно. Я думаю, это ничего страшного. Я наклеил себе эти пластинки отбеливающие, поэтому шепелявлю, возможно, немного. Вот. Так, ладно, подожду, пока не отбелится. Пока что немножко, возможно, посижу в компе. А меня уже подстричь успели. Вот такой вот приколдес, конечно. У меня просто мать парикмахер, как бы, и поэтому проблем нету, как мне кажется, сейчас у многих, потому что парикмахерские до сих пор закрыты. А когда у тебя мать парикмахер, это очень выгодно, конечно. Вот. Так, что я на самом деле засиделся в компе, у нас уже 4, кстати, ровно 4 часа. Вот такой вот прикол. Я уже успел погулять на самом деле с Собакиным, и мы будем скоро садиться обедать. Обедать мы будем курицей, угадайте, на чем будем ее жарить? Да, правильно, конечно же, на гриле. Это потому что курицу мы еще на гриле не жарили. Она уже жарится, поставили ее недавно. Это типа не видно, она сейчас тут голубая. Всем приятного аппетита. Блин, как-то вкусно все. Просто. Еще, кстати, курицу. Курицу сыр добавить немножко. Тикток снят. Обязательно заходите, смотрите. Ссылка в описании. Я вообще снимал ТикТок. Долго его что-то снимал. Да ладно, недолго его снимал. Блин, пытался встать и начать его снимать. Вообще, знаете, помните, я говорил то, что каждый день буду снимать ТикТоки? Так вот, нет, мне не нравится каждый день снимать ТикТоки. Если ты снимаешь это каждый день, тебе это люто надоедает просто. Поэтому я все-таки вернусь к тому графику, как я снимал, за 1-2 дня снять тиктоков на всю неделю вперед, чтобы потом не париться, и чтобы все было зашибись и окей. Потому что, когда ты снимаешь каждый день, это реально надоедает постоянно ради чего-то, ради какого-то, не знаю, видео. Там 15-секундного ты сидишь и паришься целый день, а так ты можешь уделить буквально пару дней на ТикТоке, и тогда у тебя будет запас ТикТоков на всю неделю, как по-моему. Не знаю, как по-вашему, но, по-моему, это вот так вот. Так, что собираюсь сделать? Я хочу пойти к Соне. Что я давно уже к ней не ходил, поэтому, да, пойду схожу. Почему бы и нет? Ульяна, если ты смотришь этот влог, то поздравляю тебя с днем рождения. Еще раз поздравляю, сегодня уже поздравил. Уже с прошедшим днем рождения, наверное, Ульяна. Это моя племянница из Бельгии. И сегодня исполняется 6 лет. Давно не виделись. Как дела? Ну что же
обиделась. Оля Лукина. Пец, уже домой успел прийти. Соня банкрот, Соня банкрот. А я тебя снимаю. И не прошу тебя. Я, как всегда, обыграл Соню Монополию. Мне это не нравится, мне это уже всем... Мне это уже всем надоело. Который раз. Сколько можно? Соня просто ни разу еще не выигрывала. Никогда. Все, закрывай рукой свое лицо. Пока! В общем, Соня пошла домой. Знаете, зимой постоянно кажется, то, что 10 часов вечера, это прям очень-очень поздно, но летом в это время вообще на улице как бы еще даже светло. Солнце даже еще не садится в это время, и вообще летом бывает такое у нас, то, что летом, то есть то, что солнце вообще не садится. Ну, то есть оно садится, но небо такое не черное, как сейчас, а оно очень темно-синее, но оно не черное. Здесь я нормально объяснил. Хоть у нас на ужин вчера было то же самое, но я не могу этого не заснять. Это очень красиво. Это прям, я не знаю, как на каких-нибудь картинках, знаете, с едой. Когда фотографы фоткают, а это в реальной жизни все так сочно. Такие сочные цвета, все так красиво. Так что все, буду сейчас ужинать. Всем приятного аппетита. Знаете, я всю эту неделю хотел попкорн. И я его купил, когда я шел домой от Сони уже. Но... И я хотел посмотреть какой-нибудь фильмец, но... Уже, блин, поздно. И фильм этот нужно будет смотреть долго. Он будет идти 1.5 часа или 2 часа. Это вообще допоздна. Придется мне его так смотреть. Поэтому фильм откладывать, скорее всего, на завтра. Потому что уже... Тупо поздно, если бы я раньше его начал смотреть, то было бы еще окей, но сейчас нет уже. Спасибо, но нет. Поэтому я посмотрю его завтра, и на завтра я также откладываю тогда попкорн. Блин, этот попкорн... Я так хочу попкорн. Очень хочу попкорн. Я его не ел уже не знаю сколько. Недель. Дней. Недель. Месяцев даже, может быть, уже. Ну да ладно. Как есть. Ты заварил себя. Чаёк с баранками. Так что, ребятушки, я думаю, буду заканчивать уже влог. Потому что сейчас буду пить чай с баранками и монтировать тогда влог. И, возможно, посижу еще в ютубчике. Так что, да, ребятушки, все. На этом все. Всем пока.